Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Светланы Дедковской. Тело школьницы милиционеры нашли на восьмой день поисков в подвале заброшки у 15-й столичной школы. Дело возбудили по статье 104 части 1 Уголовного кодекса ПМР. Специалисты осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз. На теле погибшей обнаружили повреждения, ушибленные раны головы и лица. Это говорит о том, что смерть была насильственной. На сайте Следственного комитета написано, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ищут тех, кто причастен к нему.